Вы посмотрите! Воу! Ребята! Всем привет! Господи! Так, вау! Я вообще куда двигаюсь? О, привет, пока! Всем привет! Меня зовут Сагиров Иван. Это мой канал Мистер Кэт. И сегодня секреты Скайрима. Ну что, ребят. Сегодня вам покажу оружие, о котором узнал совсем-совсем недавно. Ну точнее, я о нем узнал и был в шоке, но узнал недавно о его уникальных свойствах. О невероятных уникальных свойствах. И это всего лишь навсего, знаете что? Это нож и вилка. Обыкновенные нож и вилка, ребят. Вы будете в шоке. Я просто когда сам узнал, я обалдел. Это оружие. Это реально оружие. Вы можете найти у себя в поселении, ну, когда вы себе построите дом. Также есть другие локации. Я когда-то находил у Риклинга вилку, нож еще у кого-то. Ну, есть разные локации. Если кто-то знает, напишите мне в комментариях. Мне просто очень интересно будет услышать. Но в основном, если вы строите дом, у вас есть дополнение, то, думаю, у каждого уже есть дополнение. Любой дом, у него в доме по-любому будет нож и вилка. То есть, давайте я вам покажу поподробнее, что оно из себя представляет. Нож. Урон 3. Всего лишь 3. Вилка. Урон 1. Ну, соответственно, конечно. И весят они всего лишь 0,5 килограмм. 0,5. Давайте я вам покажу, что у меня прокачано. У меня еще, между прочим, не полный баф. То есть, у меня прокачана ветка. Ага. Одноручное оружие. Ну, самое главное, что у вас должно быть прокачано, это двойной вихрь. Максимально. Атаки с двух рук наносят на 35% больше урона и на 50% больше урона. Соответственно, мы уже сильнее и больнее бьем. Также у меня кое-какие вещи, мои старенькие. Их можно зачаровать и лучше, но я не успел это сделать. То есть у меня кольцо боли, которое... Атаки одноручным оружием наносят на 58% больше урона. И ожерелье тоже на 58%. Также у меня перчатки на 56%. И броня, не, броня, по-моему, повышает. И что-то еще. А, есть еще сапоги, которые я тоже хочу одеть. Пока я просто возидал их. Так вот, эффектненько на водичке. И сейчас мы сразимся с одним из самых мощных главарей из бандитов. Давайте я вам покажу, какой у меня уровень. Уровень у меня 106, ну, соответственно, главари будут максимального уровня. Максимального. И нам нужен еще что? Нам нужен еще крик, ребят. Элементная ярость. Вы можете найти в Скайриме, где точно, я вам сейчас не скажу, пускай это будет секретик. Но я думаю, погуглить несложно. У меня он даже прокачан не на 3, а только на 2 крика. Но этого хватает, ребят. Этого хватает. Соответственно, у нас уже скорость. Есть разница, да? С ума сойти. Но если. Давайте сейчас я сохранюсь. Подойдем к этому боссу. Парень. Вау. Всегда тут был. Вот это фейк. Ладно. Ладно, тогда бегом сейчас к следующему. Который будет 100% там. Это... Нет, курган нам не нужен. Вот здесь камень земли. Там тоже постоянно босс появляется. Странно, сколько не играю постоянно. Вот именно на записи его там не было. Блин, хотел вам показать. Вот здесь парочка бандитов. И там тоже будет один из главарей. Давайте вам продемонстрирую игра на сложности адепт. Да, давайте вот. Эксперт, точнее. На сложности эксперт. Я одену еще сапоги. Одежда. И давайте посмотрим общий урон. Какой урон? Ну, урон для этого уровня это небольшой. Получается, оружие у нас наносит... Ха, 4,
4 урона. И 4, только почему-то минус 2 показывает. Почему? Ладненько, ребят. Урон вообще мизерный. Но, если мы... Как-то ругается, да? И начинаем просто кастовать. Вы посмотрите, какое сумасшествие! Что это такое? Это превращается в что-то сумасшедшее! Вы просто не успеваете наблюдать за его движениями! Просто не успеваете! Он его из... Ага, все, эффект закончился и уже не так быстро. Ждем перезарядки. Ну как? Как такой быстрый эффект? Вот. Без крика, конечно, вообще не работает урон. Вообще. Потому что с криком это такая скорость, ребят. Скорость, которую я вообще... Я когда посмотрел, я был в таком шоке. Поехали. Поехали дальше. И уничтожаем. Офигеть, какая скорость. Вы только посмотрите, я просто не успеваю. Я какой-то Брюс Ли, блин. Недавно запись Брюс Ли посмотрел, где он дрался. Там просто камера, когда снимала 25 кадров, не успевала. Вы только посмотрите на это. Только посмотрите. Скорость, даже без этого ускорения, самая максимальная. То есть, на что влияет скорость, ребят? На самом деле, скорость влияет именно на вес. На вес нашего оружия. Чем тяжелее оружие, тем медленнее будет скорость. Тем легче оно. Ну, соответственно, у вилки и ножа самый маленький вес. Это 0,5. Ни у одного, ни у кинжала нет. Ни у чего такого веса. И получается сумасшедшая скорость. Конечно же, а представьте, если взять... По-моему, с бритвой не работает, потому что у нее идет зачарование. А вот если взять какой-то кинжал, у которого нет зачарования, и он будет уникальным каким-то, а такой в игре есть. И кто знает, напишите, потому что я напишу специально, потом будет интересно, найдете ли вы. То это будет просто невероятный скилл. Не... Только посмотрите. А если делать ускорение, то получается вообще какое-то... Не знаю, посмотрите. Это какое-то сумасшествие! Вы можете добраться куда угодно с сумасшедшей скоростью. Я вообще... Это еще одно видео, например, как быстро двигаться, как быть быстрее молнии. Можно было записывать сразу несколько секретов. Вы видели, с какой скоростью я сюда добрался? Это было просто какой-то флэш. Флэш. Смотрите. Стой. Давай. Как же я так сделал? А, вот. Вы просто зажимаете кнопку бега. И погнали! Господи, что происходит? Не нужно. Ребята, привет. Вау! Я вообще в жоке. То есть нужно нажать вперед и нажать кнопочку. Давай, покажи, как я только что это сделал. Постоянно быстрый удар нужно наносить просто. Вот, поехали! Воу! Господи! Жалко. Жалко, конечно, что эффект непостоянен и... Ну, блин. Когда-то мне парень еще писал насчет этого бага, но там только с кувырком. Но так... Вы посмотрите! Воу! Ребята! Всем привет! Господи! Так, вау! Я вообще куда я двигаюсь? О, привет, пока! Привет. Нельзя, враг рядом. Враг просто обалдел. Ну что ж, давай драться. Ага. Горелый сприган. Ну что ж, сейчас, подожди. Сейчас, секундочку. Сейчас меня отойдет. Так. По-моему, я что-то слышу, когда он говорит, произносит это заклинание. Господи, спригана валим. Валим спригана. По чуть-чуть. Все, я убегаю.
Так, ладненько, ребят, ладненько. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и будем дальше смотреть разные няшные лайфовые секретики. Все, это мой Ванюша кричит, все нормально. Все, ребят, всем пока.